us from yesterday? Мы что же продолжаем вчерашнюю встречу? Somebody has question? У кого-то есть вопросы? А где тот парень? Я здесь. Кейс. Окей, ask. Спроси еще раз. Да, я спрашивал по поводу медитации и о том, что приходит во время медитации мысли о прошлом, о настоящем, то есть все, что происходило, начинает всплывать в тот момент, когда ты медитируешь. Как к этому относиться и стоит ли в это углубляться или просто смотреть на это, как бы просто наблюдать за этим? Okay, just a question about the meditation. While the sitting and watching the thoughts, sometimes all memory about the past coming up. And what to do with this? Should go inside this or just watching it? And what is this? Yes, in meditation it happens. Да, в медитации так и происходит. As your energy going start in unconscious. Ваша энергия, которая начинается в бессознательном. And unconscious is full of many stories. Которая переполнена различными миллионами историй. Many memories. Очень много памяти. And that all will come out. Все вот это начнет всплывать и подниматься. That's the right thing. Это правильно. And you have to watch it. И тебе нужно просто за этим наблюдать. Don't call and don't throw. Не пытайся звать это и не пытайся отталкивать. Meditation means simply understand whatever is happening. I'm watching. Медитация – это очень просто, поймите. Вот что бы ни происходило, я наблюдаю. I'm not calling any thoughts, whatever thoughts coming, just let go, it has to go on. Я не пытаюсь призвать какие-то мысли, да, или оставить их себе, я просто наблюдаю их и позволяю им уходить. And our unconscious is full of memories. Наше бессознательное переполнено огромным количеством воспоминаний. Whatever you've done in past, that all going in your storage like unconscious. Все, что бы ни случилось с вами в прошлом, все, что бы вы ни сделали, это все оседает в ваше, как ваше бессознательное. And this unconscious is darkness. И это и есть темнота. And when you watching this darkness, когда ты наблюдаешь эту темноту, as your light wherever go, this darkness is finish, become the light. Со своим светом, как бы освещая эту темноту, оно под влиянием этого света исчезает, растворяется. Sometimes when you sitting in meditation, suddenly 10 years before, or your childhood, or anything past, just suddenly remembrance coming. Иногда в медитации вы просто сидите, и вдруг внезапно приходят воспоминания десятилетней давности, или, может быть, даже из вашего детства. Maybe you forget this person. Возможно, вы забыли уже вот этого человека, который вдруг вспомнился. Like he is very far from your life. Он вообще очень далек от вашей жизни сегодняшней. But in meditation, maybe 15-20 years before you met him, and they suddenly come out. Может быть, вы 15-20 лет назад его как-то увидели, встретили, и вдруг в медитации вот он всплывает в памяти. So first thing, how unconscious is created? Первое, что нужно знать, вот как вот это бессознательное создается. When you're doing anything unaware. Когда вы делаете что-либо неосознанно. Not with love, без not любви, with aware. Без осознанности. And whatever you do with unaware, without love, this become dark. Это становится темнотой. And this darkness going in you, in your unconscious, become unconscious. И вот эта темнота, она погружается, погружаясь в ваше бессознательное, становится вот
When you meditate, so everybody has light. Но у каждого также есть и свет внутри. Nobody without light. Никто вот здесь вообще никто не нет такого человека, чтобы он был без света. This light is your coming from your consciousness. И вот этот свет, он приходит из вашего сознания. But when we living life unconsciously, so on this light slowly, slowly dark layer of layer of layer is coming. Но поскольку мы привычно проживаем жизнь без сознания, потихонечку вот этот свет начинает покрываться слоями темноты. So when we looking inside, only darkness, light is very far. И тогда, когда в медитации вы смотрите вовнутрь, только темнота, да, вам открывается, и свет где-то очень-очень далеко. So as much as you lived life unaware, without love, this is become darkness. Вот чем больше вы живете без осознанности, без любви, тем больше вы накапливаете вот этой темноты. And as you go meditation, as you go in deep, so you just looking start your unconscious. И чем глубже вы погружаетесь через медитацию вовнутрь себя, тем больше вы начинаете видеть это бессознательное. And as much as you look your darkness, this darkness is cleaning start. И чем больше наблюдается это бессознательное, тем быстрее оно очищается. So darkness is creating, unconscious is create because we not living life aware. И бессознательное оно создается только потому, что мы живем жизнь неосознанно. We not present with anything. Мы не привыкли быть здесь и сейчас, делая что-то. If you do anything with present, anything with love, then no darkness create. Если вы все делаете с любовью или в собственном присутствии, тогда никакой темноты не создается. So main thing is your love. Поэтому самое главное — это ваша любовь. With love you do whatever you do. Вот что бы вы ни делали, просто делайте это с любовью. And in this sense, we have to do everything with love. It is difficult in life. Но вот в таком случае это очень сложно, да? В жизни сложно поступать все время по любви. Because as in your life any relationship happens. Потому что если в вашей жизни случаются какие-то взаимоотношения, with relation, love is not there. Тогда нет никакой возможности появления любви. That this relation is ego game, mind game. Потому что вот эти взаимоотношения — это игры ума или игры эго. And you know it. И вы знаете. In relation, many things you have to do which you don't like, don't love. И в отношениях вы очень много обязаны как бы делать из того, что вы не хотите делать. You don't want to do, but you have to do. Вы не хотите делать, но вам нужно это сделать. And this is without love, is create relation. И вот это и так и создаются отношения. And mostly things you don't like and you have to do, this is only in relation. И вот на самом деле только в отношениях появляются такие вещи, что вот что вы не хотите что-то делать, действительно не хотите, но вам приходится. In relation your life very compromised. То есть вы очень такие много компромиссов. With mother, with father, with wife, with husband. С женой, с мужем. You have to do which you don't like. Вам приходится делать то, что вы не желаете делать. And slowly, slowly, when you don't like and you have to do, you become fake star. False. И вот после, естественно, если вам что-то не хочется делать, но вы делаете это, через какое-то время вы начинаете быть фальшивым. And whenever you're doing anything with false, fake. И если вы поступаете, да, то есть так, false means inside you don't want, but you have to do outside. Вот так фальшиво, да, как бы внутри не хотите, а снаружи вам нужно это делать. In example. Например. You're in your home. Вот вы дом у себя. Somebody coming in your home. Кто-то приходит к вам в гости. You don't want him. А вы его не хотите видеть.
You don't want to talk to him. И не хотите разговаривать с ним. You don't want to see him. Ну и вы встречаться-то не хотели бы. But maybe he is your uncle. Но может он ваш дядя. You have to say yes, open the door, come, come. И вам приходится открывать дверь и говорить, ну да, да, заходи. Sit here. Садись. Want chai, want coffee. Хочешь чай, кофе. And talking. И разговаривать. Even inside you feeling when he go. А внутри вы так думаете, Боже, когда он уже уйдет? So we doing compromise in every time. Вот такие компромиссы, их становится иногда все больше и больше. And if compromise not have, then your relation will be finished. А ну если не будет компромиссов, то и отношения тогда очень быстро не станет. Many times you have to make false face. И очень много раз вам приходилось делать лживое лицо. Inside you angry with this person, and outside you showing a smile. Внутри вы очень злы на этого человека, а снаружи вы одеваете улыбающуюся маску. That you are very good, very что loving. Что вы очень такие любящие, хорошие. But inside you want to kill him. А внутри прям хотите убить его. So we doing in whole life. But this is only happen in relation. Но вот такое может чаще всего случается во взаимоотношениях. So when relation come, love is gone. То есть когда приходят вот отношения, тогда любовь уходит. With love, with if you want, you have love, you meet. Don't love, not yet. А с любовью совсем по-другому. Хотите кого-то видеть, вы встречаетесь. Не хотите, не встречаетесь. You become sincere. Вы становитесь такими очень чистыми. Mostly every child when they born very sincere. Вот и дети такие, как то вот только рожденные дети, они очень вот так подобно. Child when become angry, he say to mom, I'm angry. You are very bad mom. И они когда злы на маму, они так и говорят, я тебя ненавижу. I hate you. Ты плохая мама. I don't want to be with you. И не хочу вообще, чтобы ты была мама. And he go somewhere. И уйдет куда-нибудь еще. After 5 minutes he come back. Через 5 минут вернется. Мама, you are my mama. Ты же моя мама. Because he living in moment. Потому что они живут в моменте. When he's anger, real anger. Когда ребенок в гневе, он действительно в гневе. When he loves, real love. И когда действительно любит, он действительно любит. So he, whatever he inside, he show outside. Что внутри, то и снаружи. But slowly, slowly, family, society, university teaching us how to be false. Ну, потихонечку, семья, социум, университеты, да, учат нас, как быть лживыми, фальшивыми. This whole world teaching you how to you can be false. Вот весь мир как бы учит вас и показывает, как быть не собой. And as in you truth coming, they don't people don't like it, society don't like it. И если вдруг что-то вот такое истина поднимается или вы выражаете, и вдруг социум не согласен, ему не нравится. But if you go with truth, you will be right. Но в действительности, если вы останетесь с истиной, это правильное решение. You will be satisfied, enjoying. Вы будете очень удовлетворены глубоко и наслаждаться. Maybe slowly, slowly everybody leave you. Может быть, даже все потихонечку вас покинут, оставят. Your father leave you, your parents Papa leave you. И мама. Your husband finish you. И муж от вас уйдет. Everybody can be finished. Все абсолютно могут уйти. But if you're living fast, and then slowly, slowly false personality coming, and this is your ego. Но если будете жить фальшиво, тогда потихонечку вот будет разрастаться ваше эго. And we creating ego and keeping this ego in whole life. И мы создаем вот это эго и храним его и несем через всю жизнь. This false personality. А вот эту лживую персонализацию. And when you living in ego, many false personalities, slowly, slowly your real is finished. Real is going behind. И если вы живете вот так через вот эти лживые маски, то потихонечку вы забываете свою реальность, и она остается где-то вдалеке. So when love have, then very difficult relation. But when relation come, love is gone.
И вот когда вы в любви, очень сложно создать какие-либо взаимоотношения. И наоборот, когда есть отношения, очень сложно, то есть любовь просто исчезает. Many time happen to boy and girl. Очень часто в парах парни с девчонками. They very love to each other. Которые очень-очень любили друг друга. 1 year, 2 years, 3 years. Один, два, три. Enjoying with each other. Наслаждались очень. And then they do be in relation. И потом они вдруг вот создавали отношения. They do marriage. Они, например, женились. Want to be together. Хотели бы все время друг с другом быть. And as they are together, don't know, automatic love is gone. И вдруг, когда они стали жить уже вместе, поженились, вдруг любовь исчезла. Because compromise start. Потому что так много компромиссов стало. False start. А вот это ложь повсюду. You talking false with each other. Вы начинаете друг другу подбирать. You don't like to be with this person. You say, okay, tonight I don't want to be with you. But very difficult to say to husband, I don't want to be with you. Например, вы не хотите видеть вашего мужа сегодня вечером, но так сложно ему сказать об этом. Sometimes you feeling, I don't feel any love with him. И иногда чувствуете, я вообще ничего не чувствую по отношению к нему. And if you say to your husband or wife, I not love you, finish. Но если вы скажете об этом своему супругу или супруге, да, то все, все закончится. I say, you not love me, then whom you love? Скажете, так не любишь меня, а кого это ты любишь? Sure, in your life somebody else. Так, в твоей жизни, значит, кто-то появился. You're looking other girl, other boy. Все, нашел себе другую девушку, другого парня. Only you have to love me. Тебе нужно меня только любить. But this is mind, sometimes love, sometimes not love. Но это ум. Иногда любовь есть, иногда нет. Sometimes you in mind, no love, sometimes you in very much heart, very much love. Но когда в уме нет никакой любви, не чувствуется, когда в сердце очень много любви. But as you become sincere, honest, slowly your all relation will be breaking. Но как только вы принимаете решение быть честными, то потихонечку все ваши отношения начинают разваливаться. A relation lived with false. Потому что отношения, any relation, они держатся только на вот этой лжи. And if you're living with anybody, even in relation and true, then this is not will be relation, this will be love. Но если вы живете с кем-то вместе и остаетесь с истиной, это уже не отношения, это любовь. In this way, I like to say you one story. И вот хочу в связи с этим рассказать историю. One time, few years before, I seen in TV one movie. И вот несколько лет назад я по телевизору смотрел фильм. And this movie title, I don't lie. И это название этого фильма «Я не вру». So this man who was actor. И вот мужчина, актер. He has one wife. У него была жена. And one son, maybe 7 years son. И где-то 7-летний ребенок сын. And he has one girlfriend also. И еще у него была любовница. And when he go every day meeting to girlfriend and wife feeling something. И вот когда он встречался со своей любовницей, жена что-то чувствовала. He's going somewhere. Что он идет куда-то. His energy going away from me. Его энергия куда-то уходит от меня. And when he come back, she ask, where you been, what you did? И когда он возвращался, она его спрашивала, так, а где ты был и что ты делал? You going, you looking other girls? Ты, наверное, на других поглядываешь, на девчонкам другим ходишь. I say, no, no any girls, only you are my. Он говорит, да нет, нет, ты что, ты вот одна единственная у меня. And one time she going in market and she seen he with one girl walking. А однажды она где-то вот в магазине увидела его с другой девушкой. Then she came house and he came house and she asked, you been with somebody? И когда он вернулся домой, она уже там, будучи там, спросила, так, вот ты был с кем-то? And now she knows he has one girlfriend. И она, естественно, уже знала, что у него есть любовница. So every day fighting.
И тогда вот начались эти ежедневные ссоры. Checking him every moment. Теперь она начала проверять его каждое мгновение. When he leaves the office. Когда, во сколько он ушел с работы? When he office left and within 15 minutes he should be in home. Так, вот за столько-то минут он должен дойти до дома. And he coming after 2 hours. А он вдруг пришел гораздо позже. So every day fight. То есть каждый день ссоры начались. This happening in yours. Это и в вашей жизни так происходит. Often in life. Часто, да, в жизни такое. So this son is looking every day, they fighting. И вот ребенок наблюдал эти каждодневные ссоры между родителями. So he was very sad and standing one evening in balcony. И он был очень печален и однажды просто смотрел вот стоя на балконе вокруг. And looking to just the sky is in his face. И смотрел в небо. And the parents are fighting inside. И как раз в это время за спиной где-то вот в комнате ругались родители. And suddenly that moment one star was falling. И в этот момент он увидел падающую звезду с неба. And he heard if a star is falling, if you make any wish, this wish will be fulfilled. И он слышал, что если загадать какое-то желание во время того, как падает звезда, оно обязательно исполнится. So he make wish. И он загадал желание. He made wish my father should not lie. И он загадал желание, чтобы его отец никогда не врал. And wish is going true. И все, желание исполнилось. Now father come next day come to home. И на следующий день, когда отец пришел домой. And his one very best friend came. И его лучший друг один тоже пришел. He saying, okay, we go now, drink wine and go in pub. И пригласил его, позвал. Ну что, пойдем выпьем в баре чего-нибудь. I love you, we are very old friend, many years. Ты мне нравишься, мы уже так много лет вместе, дружим. And he said, yes, we are very good friend. Он сказал, да, мы очень хорошие друзья. Suddenly he say very good friend and suddenly in him truth coming. И вдруг в это мгновение в нем вот правда начала прорываться сквозь него. He saying you are with me, but I not love you. И он сказал, да, ты со мной, но я тебя терпеть не могу. I'm carrying you in my shoulder whole life. Я просто вот тащу, влачу тебя на своих плечах всю жизнь. I don't want you come in my home. Я вообще не хочу, чтобы ты заходил в мой дом. I hate you. Я тебя ненавижу. And he's saying, and he shut up his mouth, what he's saying. И он вдруг вот такое вырвалось из его рта, и он даже начал его затыкать рот руками. But truth is coming. Но правда все равно не затыкалась. And his friend left him. И все, и друг, естественно, бросил его. Then his wife's father came. Wife's father. А, и тогда пришел отец мальчика, да? Жены. А, жены, отец жены. And he say, come. И он сказал, да, давай заходи. And then father asking something. И отец жены начал что-то спрашивать. And in him truth coming. И вдруг опять правда решила поговорить. He say, I not like you. Он говорит, не, я тебя не люблю, ты мне не нравишься. I like your money. Мне нравятся твои деньги. I married your daughter because your money. Я на твоей дочери женился только потому, что твои деньги. You have so much money, so I want. И у тебя столько денег, естественно, я хочу их. I not love your daughter, but I love your money. Я вообще не люблю твою дочь, но очень нравятся твои деньги. And I hate you. I don't like you. И ненавижу тебя, вот видеть тебя не хочу. Я не люблю тебя. Вот так вот правда начала говорить в нем. And his father said to him and to daughter, look what he's saying. И тогда отец жены сказал своей дочери, смотри, что с ним происходит, что он несет. He married you because my money. Он только женился на тебе, потому что мои деньги.
Ali want to, this man want to shut up his mouth. Естественно, тот... What is he saying? Боже мой, то есть от страха начал закрывать рот руками, что он такое несет. But he cannot stop. Но он не может остановиться, да, чтобы не говорить правду. He just saying, go on, saying, saying, saying. Он просто продолжает говорить и говорить вот и правду, как есть. So father also left. И, естественно, отец жены тоже ушел. Then wife came. И жена пришла. Wife is fighting. Какую-то опять ссору затевала. You have other girlfriend. Так, ты, у тебя кто-то другая есть. You not love me. Ты меня не любишь. Before always he said, yes, I love you. До этого он говорил всегда, да ты что, я тебя люблю. Now he said, yes, I not love you. И вдруг из него вырвалось, да, я тебя не люблю. I love this girl. Я люблю вот ту девушку. I just don't like you. Я вообще тебе, ты мне вообще не нравишься. I don't like your behavior. Я не, мне не нравится, как ты себя ведешь. I don't like your body smell. Я вообще не отвратительно, как твое тело пахнет. So bad smell in you. Ужасный запах. And you lying every night with me. А ты рядом каждый вечер лежишь. How I can bear it? Как я вообще это выносил все время? Go away from уходи my life. От меня. Вообще из моей жизни убирайся. She also go in room, pack everything. И все, она, конечно, в комнату побежала упаковывать свои вещи. And then he want to shut up, but what to do? А он не мог даже вот заткнуть свой рот. Правда, говорила и говорила. So everybody left. И все. В результате все от него отвернулись. And he was alone. И он остался один. So just I seen this movie, I said this meditation also doing the same thing. И вот я, поглядя на этот фильм, говорю, о, медитация тоже так же делает. So as you come deeper in meditation, be ready. Чем глубже вы погружаетесь в медитацию, будьте готовы. Very difficult to you to keep lying. Truth will come. Очень сложно вам будет обманывать, правда будет просто невыносимо сильна. Mostly happen in people who been with me. Вот, но со многими, кто был со мной, случается. They are good relation 3 years, 5 years, 8 years, 10 years. Так что вот у них хорошие отношения там 3 года, 5 лет, 10 лет. With me 6 months, 1 year finish. Вернее, без меня. А со мной через 3-6 месяцев, вот до того, как они меня встретили, вот. They are reality communists. А со мной вдруг через 3-6 месяцев вот эта правда у них начинает говорить. Whatever they keeping negativity, they cannot say to partner, then the same start. И все же негативное, что накопилось по отношению к партнеру, они вдруг начинают выражать и... Whatever they repressed is coming out. Все, что подавили за все эти годы, начинает подниматься. And this is sure everybody hurt to each other sometime. И естественно, то есть когда вы ненавидите за что-то друг друга иногда. But you want to be angry, but cannot be angry because he is husband, because she is wife. Вы в гневе, но не можете показать, выразить этот гнев, потому что она жена и супруг. But when energy is flow. Very difficult to keep it. Но если энергия течет, очень сложно вот это остановить, подавить. And then, if they both understand, and then real love come in them. И если оба это понимают, тогда настоящая любовь может прийти. If anybody in them living false, they will be separate. Otherwise, if love real, then they will be more better and more good. И если один из них будет лживым оставаться, то это очень сложно остаться вместе. Но если оба понимают и будут честными, тогда может прийти действительно настоящая любовь. Meditation makes you innocent, like a child. Медитация делает вас невинными, как дети. Spontaneous. И очень спонтанно. I'm angry. Я зол, я, да, я зол. I'm hungry. I'm crying, want cry. I want laugh. Хочу есть, ем, хочу смеяться, смеюсь. You become honest. Просто становитесь честными. And you inside, outside, как? Same, no difference. Как вот вы внутри, так вы и снаружи, нет никакой разницы. But with false, inside different, outside showing different. А ложь это когда внутри вы чувствуете одно или думаете, а снаружи вы показываете или говорите другое. And this is hypocrisy.
Это лицемерие. False. Showing false. Вы пока, вот просто лицемерить начинаете. And when you are false, showing false, life is not true. И когда вы лжете, все, истина не остается в вашей жизни. So when you do meditation, slowly your false relation will be finished. Но когда вы начинаете практиковать медитацию, все ваши ненастоящие, основанные на лжи отношения отвалятся. Only who is true, who is love, who accepts you in every way, he will be with you. Только тот, кто принимает вас таким, какие вы есть, в любых состояниях, останется с вами. Even one person with you, true person, that is the best. Даже если это будет один единственный человек, правдивый с вами, это просто прекрасно. No need 100 pupil relation. Не нужно отношения со 100 людьми. Да? One if love you. Если один хотя бы. One if true with you. По-настоящему любит вас. He is real with you. Он правдив с вами, этого достаточно. So this thing happening in meditation also, whatever you have heard, whatever darkness, whatever negativity, it is coming out. И вот все так в медитации происходит. Все, что было когда-либо подавлено или спрятано, да, то оно постепенно начнет подниматься. And you have to just watch it. И вам нужно только это наблюдать. When thoughts coming, когда мысли приходят, and you don't go with thoughts. Не нужно с ними идти. Just you are here, thoughts come and go, come and go. Ну, мысли приходят и уходят, приходят и уходят. Like you sitting on the road, как side. Вы сидели в сторонке у дороги. Cars coming. А машины проезжают мимо. Bicycles coming. Или, например, велосипеды. People walking coming. Люди проходят. But you not going with everybody. Но вы не идете ни с кем. You are sitting here and watching. Okay, things coming and go, things coming and go. Сидите и наблюдаете, вещи случаются и уходят, вещи приходят и уходят. Same thing in meditation teach you, just sit here, let it, things are coming, memories coming, remembrance coming, thoughts coming, thinking coming and go. Этому же учит вас медитация, вещи или память, воспоминания приходят и уходят, мысли приходят и уходят, а вы сидите и наблюдаете. And then slowly, slowly, as you be like this, then you have distance with mind. И как только вы укрепляетесь в этой позиции, у вас появляется дистанция с вашими мыслями умом. As you go deeper, mind is more far. Чем глубже вы погружаетесь, тем дальше становится от вас ум. And then mind is there, and you are here. И тогда ум где-то там, а вы здесь. You will not go with mind. Вы не будете убегать. You are watching the mind. Вы его наблюдаете. So whatever happening, good thoughts coming, bad thoughts coming, okay. И какие бы мысли ни приходили, хорошие или плохие или, нормально. Not make like bad thoughts coming, oh, I don't like this. Good thoughts coming, oh, I like this. Не нужно вот так поступать. Ой, если хорошие мысли приходят, пусть остаются, а плохие пусть уходят. Watching means whatever is happening. I'm watching. Наблюдение это значит, что бы, как бы ни происходило, я наблюдаю. So this unconscious will be clean. И так вот будет очищаться бессознательно. And also unconscious, how is create? И как же оно вот создается еще раз? Just I give you example. Один пример. Like you have one flat. Вот как если бы у вас была одна квартира. Every day you cleaning the flat. И каждый день вы прибираетесь. Everybody clean. Каждый же, да, прибирается. Then finally sometime after in your life you met the master. И вот как-то, может быть, вы встретили мастера в вашей жизни. You love him, you like him. Он вам понравился, вы ему доверять начали. You say, please come in my home, stay here. И пригласили его домой, вот приходи, живи в моем доме. Master sometimes accepts, yes, okay, I know. Когда мастер соглашается, говорит, да, я приду. So one day master came. И однажды мастер вот к вам пришел, например. You just make everything clean. И вы так все вот прибрали. He said, ah, good flat.
И он говорит, ну, это красивая такая квартира. Nice sofa, air condition, TV, kitchen, bed, everything good. И кондиционер, все прекрасно. And then he said, okay, I stay a few days here. Ну, и решил мастер, значит, ну, хорошо, я остаюсь у тебя на несколько дней. And you serving him every day, first morning, you cleaning the floor, cleaning the flat, giving him breakfast, food, and talking. Каждый день его ухаживаете за мастером, да, моете квартиру, подаете ему завтрак. So when you clean your flat floor, take the garbage, подметаете, например, пол, берете вот этот мусор. And in corner you have one, inside you have basement and you have one open basement and throw garbage there. И вот в одном углу у вас есть такой полуподвал, да, такая крышечка в полуподвал. Открываете ее и туда весь этот мусор. So every day you do this. И вот каждый день так делаете. Master also sitting, drinking tea and looking you. А мастер вот это все наблюдает, попивает чай. You clean the floor, go to basement, вот, open the door and throw the подметаете все, garbage. Мусор собираете, открываете в уголочке эту крышечку и туда вниз сметаете весь мусор. Now 2-3-4 days master with you. И вот 3-4 дня как-то так проходит с мастером. Then suddenly you're doing same thing, cleaning, and he master coming very silently behind you. И вот однажды, когда вы так вот тихонечко прибираетесь и уже подбираетесь к этому углу, чтобы сбросить мусор, мастер тихонечко подходит сзади к вам. And as you open the door, и как только вы пошире раскрываете push the garbage, эту дверку в цокольный этаж, да, в подвал, master come behind you, give you gun like. И он вдруг раз, мастер, и пинает, пинком отправляет туда вас вниз. Кики. Ну, прямо в подпол. And you in basement. И вы оказываетесь в этом подвале. And he closed the door. Вместе с мусором. И он закрывает, захлопывает крышечку сверху. And basement is very smelly, dirty, dark. Ну и что там? Там, конечно, пахнет ужасно, там грязно, весь этот мусор, темно. Then they are from you shouting, start, what is this? И вы начинаете оттуда кричать, что такое, что происходит? You are no any master. Что ты делаешь? Ты вообще не мастер. You are the killer. Ты вообще убийца. What are you doing with me? Ты что со мной наделал? Throw me in this dark. Бросил меня в эту темноту вонючую. Very difficult to live, very smelly, many years is darkness there, garbage. Так сложно здесь, даже дышать, вздохнуть невозможно, за столько лет здесь мусор накопился. Master not listening, he say, ah, now this flat I enjoy. Мастер не слушает, говорит, о, вот сейчас я, конечно, попирую здесь, а тот кричит в подвале. Master say, my work is done. А мастер наслаждается, ура, его работа сделана. You create this unconscious every day, you put in darkness, your garbage is there, и now he throw you there. И каждый день, вот собирая вот это свое бессознательное, коллекционируя его в подвале, и вот мастер просто вас швыряет туда в него, и его работа сделана. And then you look in this darkness. И вы начинаете смотреть в эту темноту. Looking all that you repressed in memories, energy, negativity, everything you facing. Во всю негативность, которую вы насобирали и за эти годы, все, что вы подавили, все, что вы спрятали. And now depend on you how much you can watch it. И вот теперь все зависит от вас, насколько вы можете все это наблюдать. How much you can accept it? This is my darkness, this is my anger, this is my greed, this is my violence, and I have to look it. Насколько вы действительно можете принять то, что это ваше стремление к насилию, это ваш гнев, это ваша темнота, это ваша негативность? I create it, and I have to clean it. Я создал это, и мне нужно это очистить. And this is right also. Это правда.
If you create darkness, если, you have to clean it. Если вы вот насобирали всю эту темноту, вам нужно и самому прибираться. If you put this garbage in every day in basement and basement full of garbage. Естественно, если каждый день вы сбрасывали туда в подвал этот мусор, он полон теперь этого мусора. Who will clean? You have to clean. Кто будет прибираться там? It is your creation. Конечно, конечно же. You made it. Ты это сделал, ты и прибираешься. So as you cleaning, in end of when all darkness is clear, then you go out of basement. Вот. И по мере того, как вы прибираетесь день за днем, делаете все чище и чище, в самом конце только, когда все уже светло и прибрано, вы сможете идти наружу. Then you meet again the master. И вот тогда вы снова повстречаетесь с мастером. But that master is light of the light. И вот этот мастер — это уже свет всех, силу света. You go, then you know real master, what is reality. Знаете реальность мастера. Then you meet the consciousness. Тогда вы встречаетесь один на один с сознанием. And you going in, your all darkness finished. This all darkness become the light. И вся вот эта темнота заканчивается и трансформируется в свет. Any master saying when anybody become enlightened? И каждый мастер говорит, когда кто-нибудь становится просветленным. In them not only one sun, thousand sun is burning. В нем не только одно солнце зажигается, тысяча солнц зажигается внутри. This sun is nothing. Вот это солнце по сравнению с теми солнцами. Thousand sun together. Тех тысяча солнц ничто. So light of the light. Это просто ясный ярчайший свет. So this all memories will come. И, конечно, вся эта память будет приходить. All negativity will come. Все негативность придет. And you have to watch. И вам нужно просто видеть это, не отворачиваясь. And remember, this is your things. И помните, это все ваше. It is your negativity. Это ваша негативность. It is your anger, your jealousy, your attachment. Это ваш гнев, это ваша привязанность, это ваша зависимость. Then you can face it. И тогда вы действительно сможете с этим что-то сделать и увидеть это. Mostly happen opposite. В основном противоположность случается. When you angry, you say, I'm angry because you. Обычно вы говорите, вот если чувствуете гнев, а это потому что ты. No. Нет. When you focus your side, you say, very good, you make me angry, this is my anger, very good, you show me. А если вы сфокусированы на себе, и вы тогда скажете, о, спасибо тебе, ты показал мне мой гнев. This day your all anger finished, nobody can make you angry. И когда однажды ваш гнев закончится, никто на свете не сможет вас разозлить. Even anybody cut your thousand pieces. Даже если это, даже тот, кто собирается разрубить вас на тысячу кусочков. Your anger is finished. Okay. Whatever existence wants, it will happen. Ваш гнев закончился, и тогда вы открыты. Хорошо, если существование так хочет, пусть так будет. See the Jesus. Посмотрите, вспомните Иисуса. People are crucifying him. Люди распяли его. Putting nails here. И забили гвозди, да, в его тело. And he no angry. Я не сердился. So whatever existence you want, it is happening. Он знал, да, вот, что бы существование не захотело, это просто случится. At that moment he became Christ. И в этот мгновение он стал Иисусом Христом. So, depend on your, but first you have to face your all darkness. Это вот зависит от вас. Но первое, что нужно сделать, это увидеть свою всю темноту. And this is process of meditation, inner journey. Это процесс медитации, внутреннего путешествия. So when your fear coming, darkness coming, anger coming, watch it. Be very good. Now good time to watch. И если поднимается ваш страх, ваш гнев, просто наблюдайте. Знайте, что это самый правильный момент сейчас наблюдать. Mostly happen opposite. Fear coming, you want to run away. Обычно это совершенно по-другому случается. Страх приходит, и вам вы убегаете. You want, don't want to look this. Вы не хотите даже смотреть вот на это все. But this is right time meditate.
Но это в действительности самый верный момент для медитации. And watch who is afraid. И смотреть, и наблюдать, кто боится. Who is angry. Кто в гневе. Who are jealous. Кто ревнует. And then you can pass it, beyond it. И тогда вы можете выйти за пределы этого. And this is sure coming in you. И это однозначно будет подниматься в вас. You will see your fear, you will see your anger, you will see your jealousy, greed, everything. Вы увидите и свой гнев, и свою ревность, и свою жадность, и все на свете. And it is our creation we repressed. Но это наша воля, то, что мы это все подавляем. This is our negative energy. Это наша негативная энергия. And has to watch it. И нам нужно это наблюдать. So with watching, memories, many memories coming. Когда бы воспоминания не приходили к вам, просто наблюдайте. Memories coming like 10 years before you met somebody. И вот даже те воспоминания о человеке, которого вы встретили 10 лет назад, придут. Maybe something you have with him, negative something. Может быть, что-то случилось с ним неприятное. And after 10 years you forget. И через 10 лет вы уже забыли об этом. But your energy with him. Но энергия до сих пор с тем человеком осталась ваша. When we are meeting to anybody, we putting our energy to each other. Когда бы мы ни встретились с кем-то, мы всегда вкладываем в этого человека какую-то часть своей энергии. And now when you do meditation. И теперь, когда вы практиковать начали медитацию. Suddenly this man. Coming in your memory. А вдруг в ваших воспоминаниях приходит, всплывает вот этот человек. Means from before 10 years, 5 years, 15 years, when you your energy was stuck, now you taking back your energy. Это значит, что та вся энергия, которая застряла в отношениях с тем человеком 10-15 лет назад, сейчас в медитации возвращается к вам. And you are getting free within. И вы наконец-то освобождаетесь от этого человека. This type freedom happened. Вот таким образом свободу вы обретаете. And when you are free, then you can love this person very good. И когда вы свободны вот в этих отношениях, тогда от того человека, тогда вы его можете любить. So we putting our energy everywhere. И мы разбрасываем вот так свою энергию везде. To whom we meet, energy go there. Кого бы мы ни встретили, наша энергия туда идет. An energy your some part of is stuck with somebody. Какая-то часть остается там надолго в этом человеке. So whole life we throw our energy and our energy is stuck here, here, here. И вот всю жизнь таким образом мы разбрасываемся своей энергией, которая застревает, остается в разных людях, отношениях. And now when you sit alone, meditate, then you pulling back your energy. И когда вы сейчас одни сидите в медитации, вы обратно как бы втягиваете, возвращаете себе эту энергию. So when your energy throwing through eyes, nose, mouth, ears. Когда ваша энергия утекает сквозь уши, рот, нос, глаза. Sex. Секс. Then your energy going to others. Тогда энергия идет к другим. And this going energy to others. Become darkness. И вот та энергия, которая ушла к другим людям, да, она становится темнотой. And now when you meditate, where your energy is stuck, you taking back. И во время медитации вдруг вот вся эта энергия начинает возвращаться. When your all energy come back, you will full, you are enjoying, like a full of existence. И тогда вот, когда ваша энергия вся вернется, вы словно чувствуете себя цельными, целостными, как существование. You are enjoying fully yourself. И вы наслаждаетесь собой. No need anyone. Никто вам не нужен. Anybody coming, very good. Кто-то приходит, здорово. You are alone, more good. А вы одни еще лучше. Because you enjoy. Потому что вы так довольны и нравится вам быть самим собой. Because you full of your love, full of your energy. Потому что вы переполнены своей собственной энергией, своей собственной любовью. So, it is like this. Вот так вот. So it will come. Memory is coming. Да, воспоминания будут приходить. Просто наблюдай. Look just like you're looking something. Точно так же наблюдай и смотри, как ты смотришь что-то. Thoughts coming, look like you're looking something. Ну, мысли приходят, и
тело, ты смотришь на них со стороны, как будто на что-то еще. But don't go with thoughts. Ну, не следуй за ними. Mostly happen. Just one thought coming. А вот какая-то мысль пришла. Car. Машина. And now you're going with car. И теперь вы с этой машиной. Suddenly you're making all plans. Okay, I want car. Okay, I want this type car. How I get the money? Okay, I make money like this. I make money like all plans you make. Создавать целую историю планы, да? Какую машину я куплю, как я сделаю, заработаю деньги, как еще что-то. И вот все связанное с этой машиной. In whole future, 5 years, 10 years plan you make. Все, уже на 5-10 лет распланировали, что вы будете делать. Don't know this plan will be success or not success. Непонятно, будет успешным этот план или нет. Many plan you making, no any many plan not success, maybe one, two success. И вы знаете, что много планов, которые вы придумали, они не сработали, они не дались. So just accept where you are, what is happening, how you are, enjoy it. Просто примите, что где бы вы ни были, что бы ни случилось или не случилось, то примите. And really you have everything. А на самом деле у вас есть все. Existence gave you too much. Существование дало вам так много, даже слишком. Too much. Слишком много. Giving sun. Дал солнце. Giving stars. Звезды. Giving breath. Хлеб. What are you paying for it? Что вы за это Free. Платите? Это свободно. One breath not come. Дыхание даже нет. Life finish. Просто даже если одно дыхание вы не сделаете, вдруг. And breath coming even you sleep, even you wake, even you work, you not remember breath. Breath is automatic. И вы даже не замечаете, не помните о том, что вы дышите, или не знаете, когда вы спите, работаете и так далее. Он идет автоматически. Very good this work taking breath. Очень хорошо, что вот эту работу дышать. Existence keep in his hand. Существование само держит под контролем. Not give to you. Не дает контроля за этим или управление вам. Otherwise you will forget. Иначе вы забудете дышать. One breath not coming, forget, you finished. И вот один вдох не сделаете в какой-то момент, и все, жизнь закончится. So main work of the life. Самая важная работа. Breathing. В жизни, а дышать. This existence keeping in him, his control. Существование взяло на себя, да, на свою ответственность. So existence gave us very much. Так что существование нам дало слишком много. If you look this, then you feel very thankful, very grateful, wow, everything I have. Вы видите это, понимаете это, тогда вы будете чувствовать себя очень благодарными и благословенными. I'm not poor. Я совершенно не беден. Mostly people say, I'm very poor. А многие просто жалуются. I don't have this. Бедный, I don't have that. Нет, и того нет. I'm poorest man in the world. Я вообще самый несчастный человек в этом мире. If you look, you are the richest man in the world. Но если вы действительно посмотрите на это, вы поймете, что вы самое богатое существо на свете. One day if sun not coming, life should soon will be finished. Просто один день не взойдет солнце, и все, жизнь закончится. So very grateful to sun. Поэтому будьте благодарны солнцу. Very grateful to nature. Очень благодарны природе. Be grateful to existence. Существование. You gave me so much. Ты мне даешь так много. But mind always complain. Но ум все время жалуется. And when mind reach complaining, he become more strong. Через вот эти жалобы ум становится сильнее. As in your life complain finish, mind is going weak. Mind finish. Если в вашей жизни все меньше жалоб, вы знаете, что ума заканчиваются силы. So as you coming in heart, coming in surrender, you surrender to everything. И просто, когда вы находитесь в своем сердце, вы просто сдаетесь всему. So existence gave you very much. Так что существование дало вам так много. Free. Бесплатно. Free oxygen, free sunlight, free stars.
Бесплатно солнце, воздух, free this art, nature. Свет звезд, вот это все прекрасная природа, все доступно для вас, просто так. But we not looking this. Но мы не видим этого. We looking how much money I have. О, мы начинаем считать деньги, да, как сколько у меня денег есть. Oh, I lost today this. О, я потерял сегодня. Why not getting this? И я не заработал вот это. Calculate. Просто вот так, только счеты. So life is become like a money. Ну просто жизнь превращается в подсчет денег. Meditate, loving, and slowly, slowly you will see more than you, everything much more beyond than you. Медитируйте, будьте любящими, и тогда вы начнете замечать вещи больше, чем вы сами, гораздо больше. When you more with you, more with center, more in heart. Any birds is doing noise, you say, distance is noise. И вы как бы чем больше вы поговорите с собой, находитесь в своем сердце, и вдруг услышите пение птицы, вы скажете, о, существование поет так здорово. Any trees going with winds, you also dancing start. И любое дерево, покачиваясь на ветру, да, танцует, и вы начинаете вместе с ним танцевать. Then life will just flow. И просто вот жизнь становится таким течением. No stuck. Никакого безостановочного течения. And flow, enjoying all moment, every moment enjoy. А когда вы чувствуете такое течение, вы чувствуете себя совершенно довольными, наслаждающимися. And if you enjoy whole life. И если вы радуетесь каждому, всему в жизни, you will be very satisfied. Вы будете глубоко удовлетворены. You say, now I'm old, now my time coming to leave the body, I'm very ready. И в конце жизни скажете, да, я вот жизнь тоже полна, насыщенная, теперь я готов уйти. I enjoy everything here. Потому что я наслаждался всем в этом мире. I enjoy this world, now I want to enjoy that world. Я насладился этим миром, а теперь я хочу насладиться вот тем миром. Thankful existence. Огромное спасибо существованию. I enjoy this body, I enjoy this mind, I enjoy this world, and now I go. Want to leave body and go. Так было здорово. Я насладился вот этим телом, вот этим умом, и теперь мне пора уходить, наслаждаться чем-то еще. If you leave body in this understanding, in this feeling, your death is not death. И если вы покинете свое собственное тело вот с такими чувствами, ваша смерть будет не смертью вовсе. Your death will be fearless, immortal. И ваша смерть будет бесстрашной, и вы уйдете в вечность. So from life, every moment enjoy. В жизни наслаждайтесь каждым мгновением. Everything, every step, everybody, every moment, just take enjoy. Каждое мгновение, каждый шаг, каждое движение, просто вот наслаждайтесь, чувствуйте радость. And this is in your hand. Это действительно по вашей воле. How you live the life? Как вы живете жизнь? If you live life aware, meditate consciously, loving, then enjoy every moment. И если вы живете жизнь свою осознанно, медитативно, любяще, тогда вы будете наслаждаться каждым ее мгновением. And only this joy makes you satisfied. И только вот эта настоящая радость сделает вас глубоко довольными в этой жизни. Then wherever you are rich, you are poor, you are in palace, you are in hut, no difference. И без разницы, где вы и кто вы, живете ли во дворце или в какой-то хижине, богатый вы или бедный. If existence put you in hut, very good. Existence put you in palace, very good. Существование даст вам хижину жить, отлично, дворец, замечательно. However you want, I'll be like that. Просто принимайте. Вот как существование хочет, я буду вот тем. Then life has no problem. И тогда нет никаких проблем в этой жизни. Any all problem finish. Все проблемы просто закончились. Just accept however you want. Просто вот примите, да, вот как ты хочешь, как пожелаешь, так и будет. I do my work. Я делаю свое дело. Whatever result you give, okay. И любой результат, который ты мне дашь, я согласен. Result is not
in our hand. Результат не в наших руках. Effort in our hand. А вот усилие это сделать, это в наших руках. Result in his hand. А результат только по воле Бхагавана, существования. If you accept it, и если understand it, принимаете и just this moment problem finished. Все, в это же мгновение все проблемы исчезают. Problem finished, you enjoy the life start. И естественно в это же мгновение вы тут же наслаждаетесь жизнью. Become like a birds. Вы становитесь словно птица. Birds going here. Птица туда улетела. This tree. На это дерево. 2 minutes after other house. Через 2 минуты на какую-то another крышу, roof. Потом еще then flying. Куда-то дом, и потом еще куда-то полетела. Then chatting. И whatever happening is going. Все, чтобы через нее не проявилось, вот она так. No serious to make anything. I have to make my name. И никакой серьезности. I have to leave my name for world remember me. Мне нужно вот сделать какое-то имя свое, оставить это имя на земле на века. Никакой серьезности в этом. Many time you also been very good, being famous, being kings, being queen. И королями, и королевами. Being famous person. Известными на весь мир людьми, личностями. Maybe now you're going to the street, looking one statue. Может быть, вы сейчас, вот проходя по улице, увидите какой-то памятник. Ah, this man is very brave warrior. И будете думать, о, вот это великий воин. Big soldier. Величайший да, солдат прошлого. And you will be very impressed. И очень так воодушевлены вот этим. Maybe that one is you. Так может это вы и были. Yeah, you don't know past. В прошлом. Вы же не помните прошлое. You don't know who you been last life. Вы не помните, кем вы были в последних жизнях. I'm very impressed reading his history. А вы вот сидите и прям захлеб читаете его историю. He was great king. О, какой великий был король. He was great poet. И великий поэт. Nobody knows. Никто не знает. Maybe somebody in you. Может быть, это вы и были тем поэтом или воином, полукоролем. So can happen. Такое же может произойти. But we don't know. Мы не знаем. And no need to know also future, what it will be future. This moment is true. И на самом деле ничего и не нужно знать, даже ничего не нужно знать, что в будущем, потому что только этот момент есть истина. Joy coming in this moment, not next moment. Радость приходит только сейчас, не в будущем. Joy never will be tomorrow. Никогда радость не настанет завтра. Joy is now. Радость только сейчас. Here. Прямо здесь. Start from here, now. And joy, you going more and more. Next step, more joy. Next moment, more joy. Joy is growing more. Начните прямо сейчас и здесь. И вот начиная с этой радости, с каждым следующим мгновением будет расти. В следующем мгновении еще больше радости. В следующем мгновении еще больше счастья. So, more question anybody? Еще вопросы кто? Я когда принимаю важные решения в жизни, я пользуюсь внутренним голосом, ну или интуицией, как называется. И часто люди, которые вокруг, говорят, что ну, какое-то нелогичное решение ты принимаешь, что это неправильно. And people around used to say to me, oh, it's not some strange way to take decision, it's not maybe right. Собственно, вопросы, вот как отличить действительно, вот это действительно внутренний голос и правильный голос твой, или это все-таки какая-то, да, игра ума? And now he has doubts and he has a question, okay, that's how to recognize the real voice. Maybe it's a false inner voice. How to recognize real and false inner voice? И в продолжении, как, собственно, правильно принимать решения? Как вот процесс принятия решения правильно? What is the right way to take decision? You ask what is real voice and what is false voice. Ты спрашиваешь, как отличить, вот, что такое настоящий внутренний голос и фальшивый.
If you're living in mind, если ты живешь в уме, mind has many voices. Ума много голосов. You want to go to do one thing. Вот, например, ты что-то решил сделать. Mind says, no, do this. А он тебе говорит, нет, не делай этого, давай делай это. No, do this. Нет, вот делай no, это. No, go here. Нет, а еще вот это. 4, 5, 3, 10 options. Он где-то 3-4 варианта у него сразу. And you are confused. И ты как бы вот с do this, do this, do this, or we are watching. Что же делать из этих пяти? Что? This is mind. Вот это ум. So when you in mind, you understand this all false voices. Вот если ты в уме, и вот так происходит, знай, это все ложь. And real voice coming, first you have to be relaxed. И для того, чтобы пришел истинный внутренний голос, первое, что нужно сделать, расслабиться. Quiet, silent, shant, shant. Чтобы вот это спокойствие, шанти, расслабление внутреннее настало. Totally in gap. Просто вот попади в этот промежуток. And which day your mind is very quiet, like a knot. Then real voice comes. Только когда твой ум утончится вот на самый-самый, будет очень-очень тихим, только тогда ты сможешь услышать настоящий голос. Even first real voice comes. Даже если сначала реальный голос придет. And then you go more deeper. И ты пойдешь еще глубже. Then your real light come. Это даже ты сможешь увидеть свой настоящий свет. And when light coming, light will show you go this way. И тогда вот этот go свет this way, и go this way. Тебе, and you follow the light. И ты просто будешь следовать за светом. And don't know where light where you take. И ты даже не будешь знать, куда свет тебя этот приведет. But it will be true. Но это будет правдой. So meditation will slowly, slowly make quiet you. И медитация потихонечку делает тебя расслабленным. When after relax, right, decision comes. И вот тогда ты и попробуй. And I say, but you are very confused, cannot make decision what to do. И когда я часто говорю, когда вы потеряны, растеряны и не знаете, какое из решений принять. When mind is very chaos. Когда ум в хаосе. Много мыслей. Right, don't do now. Правильно, ничего в этот момент не делать. First sit. Просто сядьте. Be relaxed. Расслабьтесь. Be in meditate. И медитируйте. Come back to yourself. Вернитесь к себе. And then? И тогда? After right decision is maybe coming is done. Тогда, возможно, придет и more, правильное решение. Больше ясности придет. And when you do with your clearance, right? Everything is right, even whole world say you are wrong. И даже вот, если весь мир скажет, что это неправда, но вы будете доверять своей ясности, вы будете уверены. But you will be right. Вы будете Because you're coming from inner. Потому что это пришло изнутри. And inner voice is truth. И этот внутренний голос, это истина. And then you go with it. Then no compromise. When you feel, yes, I have one voice, I have to go, go with it. Don't listen anybody. И тогда вот без компромиссов каких-либо вы слышите этот внутренний голос и следуйте ему, не размениваясь ни на какие чужие мнения. But if you're listening everybody, но если будете слушать всех, you'll be confused. Вы, конечно, будете they confused, растерян. They make you more confused. Они тоже не знают, что делать, и они делают вас таким же. Right way, first be quiet, first be silent, first be relaxed, and then from relaxation, right decision comes, right thing will come. А первое, что нужно сделать, wait. Успокоиться, подождать, расслабиться. Или медитируя, вот прийти к этому внутреннему истинному голосу. And if right decision, right voice coming, you feel very joyful, very satisfied. Yes, it is perfect. И когда вы будете слушать вот этот голос истинный, настоящий внутри, у вас появится еще ощущение радости и своей правоты. Even whatever you lose, whatever you gain, no matter. И тогда вам будет даже все равно, что вы на этом пути потеряете. In my life, в моей жизни, before enlightenment, перед просветлением, when I meditate, вот, когда я медитировал, I have a shop business, clothes shop. У меня был бизнес одежды, магазин одежды. And every week, 3-4 days, I have to go
town, other towns. И каждую неделю на 3-4 дня я должен был ехать в другой город. And sometimes happened to me. И иногда вот так случилось. Morning get up, I have to be ready to go. Утром я просыпался, я должен был быть готов уже идти. And become ready. Mm-hmm. And go to station to take the train. И вот идти на железнодорожный вокзал, сесть в поезд. But in my voice say no, I don't want to go today. Но внутренний голос говорит, нет, я не хочу сегодня идти. Mind saying you're losing so much business. И он, конечно, мне говорил, ты же сейчас потеряешь все, много денег потеряешь. I said, lose, so lose. И я, да, говорил, ну хорошо, потеряю, так потеряю. But I was fighting mind and my heart. И вот я так вот боролись, мой ум и мое сердце, истинный голос. Then I go to buy the ticket. И я вот тогда шел, например, покупал билет. Waiting for train. Ждал поезд. Train come. Поезд приходил. Train is here, I'm standing with ticket. И вот здесь поезд, и я стою с этим билетом. No feeling to go in train. И вот нет никакого чувства, что я должен идти в поезд. So as the train go, I stand. И вот так поезд проезжал потихонечку, а я оставался на платформе с этим билетом. And go back, return the ticket. И шел возвращать билет. And then I don't go back in my home. И, ну, я не возвращался обратно домой. Because if I go my home, I say to my father, I didn't go. Big anger. Big fight. Если я вернусь домой, и отец поймет, что я не поехал на работу, будет огромный скандал. So I don't want to make him angry also without reason. Я не хотел делать их, вот, расстраивать их без особой причины, поэтому... So I go just to mountain. Я уходил в горы. And sit there, lying, meditate. И просто вот сидел, I said, good, today is my day. И говорил, о, здорово, сегодня мой день. Even lose or lose. И если даже потеряю, ну пусть потеряю. In this way, in my journey, 8 years, I lost 3 shops. И вот, вот таким образом за 8 лет я потерял 3 магазина одежды. I came to meditation one camp. Я пришел. 3 days and then didn't go 6 months. И вот 3 месяца, 3 дня там в каком-то медитационном кемпе поучаствовал. И 6 месяцев. After 6 months I go, my shop is finished. Не ходил на работу. 6 months no open, the shop has to be finished. Когда пришел, увидел, что, ну, естественно, все. I was very happy. Закрыто. Но я был так счастлив. Okay, finish or finish, but I gain. Ну, хорошо, но. I gain space. I gain my meditation. Но я получил. I'm very joyful. Enjoying. Наслаждение внутри. My father is fighting with me. Ну, естественно, мой отец ругал меня. And he say, how you survive in life? Говорю, Боже, как же ты выживешь-то в этой жизни? How you will eat? Да, что ты будешь кушать? I say, don't worry, existence with me. Да, я бы отвечала, не волнуйся, существование со мной. If you give me food, very good. If you not give, but when I working, then very working. Если оно мне даст еды, пусть дает, хорошо. Но вот если я работал, я очень мощно работал. Best day sometime happened, no work feeling. No goes or no go. Но когда не было ощущения идти на работу, я не шел. Lost business, okay, little bit. Даже lose. Если это грозило потерями, ну окей. Then my father is fighting and angry, oh, you be lost, be lost. И, конечно же, отец мой был расстроен, зол, как же так, ты вот все теряешь. And then next week I go, same town, and 4 times more business happened. А вот на следующей неделе, когда приезжал в этот же в другой город, в этот, у меня вдруг в 4-5 раз больше случалось там таких... And I came back in night and say, look, I had so big business. И говорил отцу, смотри, у меня сколько, very happy, you are so good. И тогда отец, you are the best. О, говорит, before he was abusing me. А до этого вот на той неделе он только что меня унижал и говорил, что я не выживу. One time happened, I coming to go to ashram to master. Однажды было так, что вот я пошел в ашрам к мастеру. Go for 5 days.
I don't want to come back, just sit here. Slowly, 1 month happened. And I have to go every day to market, to collection, to sell the things. When I was not there, so my father has to go. Но если меня там не было, тогда моему отцу приходилось это же делать. So he going to market, to business. И он, конечно же, вот, ну, ушел на базар. And one of our customer, I have very good feeling with him, much sometime talking, good. И у меня был один такой клиент, которому я очень нравился, мы разговаривать любили. He asked to my father, where is me, where is son? И он спрашивал у моего отца, где твой сын-то? Father was already boiling. Но папа и так уже злился сильно, смотри. So he dead. И он говорит, да он умер уже. He dead for me. Он вообще мертвый для меня. Finish me and my business everything. Все мое разрушило, и весь мой бизнес, и всю мою жизнь. And give him very angry and abused like a father. И вот как-то такое, обидчивые слова какие-то, ну как отец обычно, сердитый. Then this man said, look, your son is not normal, he's very amazing. Но тот отвечал ему, подожди, твой сын особенный, он необычный. But now he gone, he will come back. Он ушел сейчас, его нет, но он вернется. When he come back, he clear your all loss within 1 week. Когда он вернется, он за одну неделю заработает все, что тебе нужно было за месяц заработать. And I came back 1 month after. Все, что ты потерял, я вернулся. Going in business. Через месяц. And one day my father going to same. И вот мой отец однажды проходил. Then this man asking, how is your business, how is your son doing? И вот ты опять же встретил этого клиента, который мне его спросил, ну что, как твой сын, как у него дела? Oh, my son is like the best son. И он отвечал, о, это мой сын сам. He is doing just he go and everything is happening. Он просто вот Don't listen to others. И там написано, если ты хочешь найти себя, никого не слушай. Don't listen anybody. Никого. Listen yourself. Слушай себя. Then you can find yourself. Вот только тогда ты сможешь себя найти. But if you listen others and go with others, но если будешь слушать других, impossible. И следовать то тому, что они говорят, это one say this, one say this, one say this, and you will go. You will be divided. Ты просто будешь разделен. So first go meditate. Первое медитируй. Make your mind quiet. Сделай свой ум спокойным. And you relax. Quiet mind, then right decision, automatic will come. И тогда правильное решение. Right voice, automatic. Автоматически. Right voice only coming when mind is quiet. Автоматически появится вот этот внутренний настоящий хаос, когда ум спокоен. Impossible. Если ум в хаосе, too many thoughts. Так много мыслей. So, wait. When thoughts coming, also is happening. Much mind. Sit. Let it happen. Go on, mind has to go on. As much as go. And one day, this energy will be finished. И однажды эта энергия закончится. Okay. Ну что? So we finish now. Теперь завершаем. And today was retreat day, first day. Сегодня был первый день ретрита. Tomorrow will be one day more retreat. И завтра будет еще один. Morning to evening. С утра до вечера. And then I go to Sochi. И потом я поеду в Сочи. Who want to come? И кто хочет? Who want to join this group first step of samadhi? Насладиться вот этим первым шагом к самадхи. Also who did group before? И кто first, second, third or fourth, they can join also first step. Кто прошел до этого группы, вот первый, второй, третий, четвертый шаги, вы также можете в этой ступени участвовать. Really, first step, first group is very joyful. На самом деле, вот эта первая ступень, она очень-очень здоровская. Second group more quiet, third more quiet, чуть более тихая, следующий еще более медитативный и так далее. First step is become new. Но new meditation, new things, and every time, whenever you go for new, enjoy.
вас так много нового, и в действительности всегда, естественно, радость приходит, когда вы с новым сталкиваетесь. And if you understand, everything will be new, everything will be fresh, because fresh and new give me joy. И вы просто понимаете, что все новое, оно вот это свежее, вот эта свежесть дает мне радость, ощущение счастья. And also, whenever you do meditation, you do like you're doing first time. И всегда, когда вы практикуете медитацию, делайте так, словно first try. Это самый твой первый раз. Then always meditation will be joyful. И тогда каждая медитация будет незабываемо прекрасна. Same thing is happening if you looking your lover. То же самое происходит с вашими возлюбленными. Look your boyfriend, look your girlfriend. Когда вы смотрите на или. And if you look at the first time, always she's blushing. И если вы смотрите на свою девушку или парня глазами вот, которыми смотрели впервые, они всегда так прекрасные, благоухающие. I like to say something sometimes, often. Я часто люблю говорить, повторять. If you do meditation. Если вы практикуете медитацию. One day you're doing, one man doing meditation. И вот однажды также один парень делал медитацию. Every day morning he sit. Вот каждое утро сидел. And meditate. И практиковал, медитировал. He was very deep. И очень однажды глубокая медитация слушалась. He closed the room and sit alone. Он закрыл вот дверь своей комнаты и сидел один. Very deep. Очень глубоко. Very gone. Mind is not much. Вообще не было ума почти. Suddenly he feels somebody opened the door. И он вдруг почувствовал, что кто-то открыл дверь. And came near him. И подошел к нему очень близко. He opened eyes. Он открыл глаза. Looks wow, so beautiful woman. Посмотрел, Боже, какая прекрасная женщина. Say, oh. И сказал такого. Oh, gorgeous lady, who are you? Кто ты, прекрасная женщина? What your name? Как тебя зовут? Sit here. Садись скорее. She looking. Она на него посмотрела. What you say? Что ты говоришь? Who I am? Кто я такая? You don't know me? Ты вообще меня не помнишь? I'm your wife. Я твоя жена. 15 years. Ты уже 15 лет как. Forget me. Ты меня забыл? Meditation can be like this. И вот в медитации действительно так может случиться. You can forget your woman. Вы можете забыть свою женщину, жену. You can forget your man. Вы можете забыть о своем парне. Because mind is not much. Потому disappear. Нет там ума, нисколько не осталось, он растаял. And he seen this woman every day, but that day he was very fresh, full of love, full of energy. And look, this woman is first time like coming from the sky. И он каждый день, конечно же, видел свою жену, но в этот раз он был настолько фреш, настолько свеж, настолько в глубокой медитации, что он не узнал ее, он увидел в ней вот эту женщину, которая снова, словно бы спустилась с небес. So in couples, и в парах. If you're fighting every day often, если вы часто ссоритесь каждый день, don't like each other, и уже все не нравитесь друг другу. First thing, do meditation, and then look. Медитируйте. А сначала медитируйте, а потом смотрите друг на друга. Meditation makes your energy new. Медитация обновит вашу энергию. New and fresh. И сделает вас свежими, новыми. And then you see your wife, your husband, your mother, okay, friends, looking first time you're looking. Тогда вы увидите совершенно другими глазами своих друзей, своих супругов, своих родителей. And first time if you're looking man or woman, always beautiful. Так, словно бы вы впервые их видите, это всегда прекрасно. Slowly, slowly, become old, beauty finished. Конечно, если это каждый раз, или когда вы становитесь, вообще, когда становитесь старыми, все. Woman is same, man is same, but love is finished. Вот, вроде бы тот же мужчина, та же женщина, но любви уже нет. Because you say, I know. Потому who что are вы you? Говорите, а, я знаю, кто ты. As your mind say, I know this. Как только он говорит, я знаю это. Love, glory, finish. Все, победа любви или сияние любви заканчивается. Meditation makes you new every moment. Like just you arrive, just you born now.
А медитация делает ваше каждое мгновение жизни, словно вы только что родились. Born like a new child. Словно младенец воспринимаете мир, и это всегда здорово. Child live like this. Вот дети так и живут. Child has no mind. У них нет ума еще. One time one child came. И однажды один ребенок подошел. In night. Ночью. Looking to the sky. Посмотрел на небо. Beautiful moon. И смотрит, ой, такая Very white. Красивая, такая белая. She asked her mama, mother. И вот он спрашивает маму. Mother, what is this? Мама, а это что? Mama said, this is moon. А мама говорит, луна. Луна. Okay, go and play. И все, снова играет, сошел. 3 minutes after, come back. Через 3 минуты вернулся. Mother, what is this? Мама, что это? Moon. Луна. Moon. Луна. Okay, three. Опять играет. Then after come back 5 minutes. Через 5 минут возвращается. Looking the sky. Снова смотрит. Whenever he look, moon is very beautiful. Всегда, как каждый раз, когда бы не посмотрел, он удивляется, Боже, какая прекрасная луна. He not keeping remembering it is moon or sun. Он не look nice, beautiful things. Вот это воспоминание, что что-то красивое или еще что-то. Then come back to mommy. Он снова забывает и возвращается к маме. Mommy, what is this? И спрашивает, мама, что это Now такое? Mommy little bit мама boiling. Начинает закипать. I say you, this is moon. Да я ж тебе сказал уже, это луна. Okay. Ну, then he go again come back. И снова через 5 минут Игорь Same question, what is this? И опять, ну что это такое, мама? I told you this is moon and never я ask again. Я уже говорила тебе, что это луна, никогда меня больше не спрашивай. But child is child. Ну, ребенок есть ребенок. Again forget. Опять забыл. Again come back 5 minutes. Опять вернулся через 5 минут. Mommy, what is this? И говорит, мам, что это? I told you 10 times it is moon. If you ask again, I beat you. Я 10 раз уже тебе сказала, что это луна. Если еще раз спросишь, я тебя побью. Then he little bit afraid. И он, конечно, уже боится. Oh, I get beaten. Это набьют. But he not understand this is moon. He understand this is light. Он не понимает, Beautiful, что это луна. Like a toy. Видит, что прекрасную вот эту игрушку, светящуюся. Looking at his beauty. Такая красивая. But slowly, slowly we putting in child. Но постепенно, постепенно вот так мы Be fixed. Подавляем, да, учим людей фиксировать все, make memory inside. Запоминать вещи. So slowly, slowly there is spontaneously city finish. И потихонечку их спонтанность просто угасает. But when you will be meditate, every day your husband will be new. Но если вы будете медитировать, то каждый день ваш муж будет выглядеть по-новому. Every day husband is new, wife is new. Always good. И если каждый день и муж, и жена выглядят совершенно как в первый раз, это здорово. Even 10 times you see in a day, every time good. Даже если 10 раз вы увидите супруга или супругу в день, тоже здорово. Because you in moment to moment. Потому что вы живете от момента к моменту. When you in moment, your energy is new and fresh and alive. Потому что когда вы в моменте, ваша энергия очень живая, очень чистая, свежая. Then you love everything. Тогда вы любите все. Wherever your energy go, wherever your eyes go, things are beautiful. Где бы ваша энергия, куда бы ни направлялась, куда бы ни направлялся ваш взгляд, везде вы встречаете красоту. Окей. Хорошо. И завтра, ребят, я напомню, что сатсанг будет днем в 12. Tomorrow morning sasang, 12 o'clock. В 12. Приходите, пожалуйста. 10 o'clock is free to start. One meditation will be. В 10 мы начнем ретрит, будет медитация. Then after sasang lunch and retreat going on till 6:00. И затем после сатсанга будет обед, и затем до 7 будет продолжаться ретрит медитационный. And I want you every day do meditation. И я желаю, чтобы вы каждый день. If you want, your life will be joyful, beautiful, loveful. Но если, конечно, вы хотите, чтобы ваша жизнь стала прекрасной, радостной и любящей. And make your love, make your in you joy,
and share this joy and loveliness. Give to others. First you will be full of love, and then give this love give to everyone. Сами переполнитесь любовью и радостью, а затем уже поделитесь с другими. This world is need too much love. Этот мир нуждается в любви. Love is not here. И любви здесь не так много. Anger much here. Очень много. Ego мира. Much here. Очень много это. But love is very less. Но любви не такое. So first you have to make love full you. Поэтому наполните сначала себя любовью. When you will be full of love, automatically your love will go. И как только вы наполнитесь любовью, она автоматически начнет сочиться во мне. Even you sit alone, don't talk even, your vibration, your energy going. Вы будете сидеть одни в молчании, ваши вибрации позитивные любви будут распространяться. First we have to be, if you know love, first do meditation, be, grow your love, then share your. И если нет внутри любви сначала, практикуйте медитацию, наполняйтесь любовью, и как только вы, у вас есть любовь, начинайте ей делиться. Окей. Хорошо. You want to sing? Хочешь спеть? Yes. Да. Yeah, we can listen to you, we can enjoy it. Песню. Any song, any bhajan, kirtan. Bhajan. Bhajan. Ребята, я еще напоминаю про книжки и фотографии. Я знаю, что многие хотели, вчера писали. Thank you.
So who is doing retreat, come 10 o'clock and satsang will be 12 o'clock to 1 hour, 2 hour, whatever. Babaji, and also 7 o'clock somebody who want dynamic, they can come. Yeah. И завтра в 10 часов приходит ретрит. Если кто-то хочет динамическую медитацию сделать с утра, пожалуйста, в 7 утра можно, только не позже, пожалуйста. Рома не пустит никого. Dynamic is very most strongest meditation. Самая сильная медитация динамическая. Dynamic meditation, this name of dynamic meditation means this is dynamite. Имя, название этой медитации пришло от слова динамит. Break your all. Который разрушит всю вашу темноту. Very scientific. Every meditation is very scientific. Очень научным подходом медитация, хотя каждая. But this meditation very special. Она особенная. Because this meditation Osho made by himself. Это Оша вот сделал вам эту медитацию. He gave this technique to Mali. Он подарил эту технику миру. So he is really dynamic means dynamite. И это правда, динамическая значит динамит. And when you do fully with full power, total. First step start to fully, and then go on more and more. И вот если вы делаете эту практику, первую ее часть делайте тотально, и тогда вот будет все здорово продолжаться дальше. From 7 morning start, who want to come, they come, enjoy. И вот кто хочет все к 7 утра прийти, приходите. Maybe. Who Может knows? Быть, кто знает. Tomorrow Sunday is your good best Sunday. Может быть, это будет завтрашнее воскресенье будет вашим лучшим воскресеньем в жизни. Best Sunday of life. Да, самым прекрасным. Something game, maybe changing your life. Кто-то изменится тотально в вашей жизни. Okay. Put now music. We enjoy the music. Who like to dance, who like to move, who кто like хочет to sit, listen. Петь или танцевать, кто хочет в тишине посидеть, наслаждайтесь.